Что, умерли, что ли, кто-то? Вы посмотрите. Оба. Ой, мама. То, что в доме сгорела квартира, заметили не все. Большинство жильцов были на работе. Огонь вспыхнул в полдень. Именно тогда очевидцы позвонили на номер 101 и сообщили, что в доме на улице Строителей пожар. А я слышала утром сегодня, что-то стонало. Я думала, это она пьяная. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в квартире на первом этаже горели постельные принадлежности. После того, как пожар удалось потушить, огнеборцы нашли мужчину и женщину. Их вынесли на улицу и передали медикам. Но врачам оставалось только констатировать смерть. По внешним признакам шел сильный дым из окна первого этажа. Значит, тушение производилось через оконный проем и входную дверь. Проблема, которая возникла при тушении, это решетки на окнах и закрытая металлическая дверь изнутри. По рассказам соседей, пара постоянно выпивала. Накануне трагедии они снова устроили застолье. Выпивали, да, постоянно. Не то, что не постоянно. Вообще пили постоянно. И день, и ночь, а сегодня всю ночь они. На данный момент устанавливаются причины пожара и гибели людей. Айрат Назипов, Елена Саляхова, вызов 112.